Кушняк Ольга, я мастер бариста сети кофейной торговой марки MyCoffee. Сегодня прошел тренинг Максим. Максим – наш будущий франчайзи, точнее, не будущий, а уже состоявшийся. Максим, подскажите, почему вы решили выбрать именно кофейный бизнес? Ну, я долго искал поставить бизнес себе. По кофейной, в принципе, я не думал, так как я живу в Львове, там уже много кофеен. Ну, я чисто случайно наткнулся на сайт, посмотрел видео, почитал отзывы, проникся вашей атмосферой. И у вас все настолько отлажено, много опыта, что мне показалось, что во Львове еще недостаточно кофеен. И, ну, я поверил в вас, и ну, мне захотелось стать так, одним из ваших партнеров и иметь с вами дело. Это очень приятно слышать. А были ли какие-то другие варианты? Может, вы рассматривали другие франшизы? Ну, по кофе, в принципе, нет. Я кофе не рассматривал, но зашел на вас, и на этом остановился. Значит, мы все-таки не зря работаем. За 2 дня вашего тренинга вы набрали 85 баллов, с чем я вас и поздравляю. Это ваш именной сертификат с подтверждением того, что вы все-таки учились, с подтверждением того, что вы умеете взбивать молочко. Вам я желаю открытия скорейшего и жду, когда вы все-таки скажете, что вы готовы, что я люблю Львов, я туда с удовольствием еще раз поеду. Спасибо. Я в отзыве вас пригласил на открытие.